ЕГЭ-2014 должен стать максимально честным и прозрачным. Классы, где ученики будут проходить испытания, оборудованы видеокамерами. Также впервые в этом году в каждый экзаменационный пакет будет вложена анкета, где каждый ребенок сможет написать мнение о проведении госэкзамена, о тех моментах, которые ему могли помешать сдать ЕГЭ. Основной этап проведения ЕГЭ намечен на конец мая – начало июня. Подготовка к итоговой аттестации идет в штатном режиме. Сформирована и согласована Государственная экзаменационная комиссия Ненецкого автономного округа. Сформированы предметные комиссии, назначенные руководители пунктов проведения экзамена. К числу общественных слушателей в этом году добавится федеральный. Рособранадзор уже определил эксперта, который будет работать в округе в период проведения ЕГЭ. Еще одним нововведением станет видеонаблюдение за ходом проведения итоговой аттестации.